Чао! Как часто вы встречаете быдло в своей жизни? Да, впрочем, неважно. Я вот с ними сталкиваюсь достаточно часто, играя в наш с вами любимый режим. Большую часть из них вы, конечно же, смотрите в моих роликах. Тот, кто смотрит меня совсем недавно, спросит Артура, в чем прикол таких видео? Если честно, не совсем понимаю тоже, но все же людям нравится смотреть на свиней и на то, как этим свиньям дают пизды. В предыдущих видео я уже был и добрым воспитателем, и плохим администратором, и жестким администратором, и дерзким модератором. Пора снова возвращаться в токсичную среду. Иногда, конечно, приходится плеваться кислотой, поэтому, ребята, надевайте противогазы и защитные костюмы. Дело пахнет писюнами. Бой начинается. Так, ну что получается? Я на HPRP сегодня зашел. Да пошел нахуй, ебище тупое, блядь, что ты от спида сдох. Запомните, оскорбительное поведение в войс или текстовом чате всегда наказуемо. Я заметил то, что правила оскорблений на разных серваках достаточно размыты. Ты не всегда понимаешь, когда ты можешь перейти грань, а когда не можешь перейти грань, ты можешь говорить все что угодно своему оппоненту. Я для себя уже сделал небольшую памятку. Например, это какие-либо РП-дебаты. Ребята пытаются сделать предвыборную кампанию, чтобы стать мэром. Да, это высосано из пальца, потому что профессия мэра на любом Dark RP сервере это просто фарм денег. Но все же, в такой РП-ситуации оскорбления хоть немного да будут обоснованы, а не просто чел начинает орать, чтобы ты сдох от спида. Че ты меня оскорбляешь? То бишь ты? Ты... Поп-ит. По ебалу с двух копыт. Отлично зарейдили. Ай, бля. Кетчуп вкусный. К стене встал, лицом к стене, раз, к стене, оба, ты тоже к стене, раз, стоять. Я домой шел. Сука, лицом к... за мной пошел. Я домой шел из мэрии. За мной пошел. Куда? За мной пошел. Быстрее. Ну, я иду. Побежал. Стой здесь. Да мне. Стой здесь. Лицом к стене встал. Бля, ну к ты отвлекись на кого-нибудь другого, раз, уже, ты же заебал уже. И что это за хуйня? Может быть, мне кто-нибудь объяснит, может, я чего-то не понимаю, но мне кажется, это армит РП. По правилам Happy RP запрещено носить в открытую оружие в общественных местах, если ты, конечно же, не госпрофессия и у тебя нету какого-либо там повода для этого. Что же делает это ебанько? Он буквально пробегает марафон по общаге с дробовиком в руках. Молодец. О, подожди. Постой. Ага, сейчас. Армия ТРП. 25, 5 минут джайла. Готов. Я слежу за тобой. Слежи. На стадии монтажа этого ролика я такой посидел, подумал, что тут сплошь и рядом долбоебы конкретно на этой демке. Почему некоторых из них я просто пропустил, я не понимаю. Но конкретно эта обезьяна тоже получает затычку, потому что никаких совершенно поводов я не давал. Че даун-то, блядь, сразу я не могу понять. Лизаланус. Ой, господи, дебил. О, блядь. Нахер мне с ним сраться, я хз. Смотри, хочешь покажу, чего хочет каждая девушка. Смотри, подходишь, берешь ее за талию и говоришь. Да, блядь, говоришь. Договорился. Со стороны чела, который меня убил, я выглядел примерно так. Ну, типичный чел, который стоит в АФК и ничего по факту не делает. Ну, типа, сами посудите, вот чел стоит, просто считайте, реально в АФК. Если острая необходимость в том, чтобы его убирать,
Я не знаю. Я заметил одну интересную тенденцию. Тут ребята берут мэрию рейдят, и как только начинается рейд, они берут ебашут пол сервера. Серьезно. Тем случаем, когда люди сами заходят во время рейда в мэрию и умирают из-за того, что они фактически уже свидетели, я претензий не имею. Но есть такие конченые ебланы, которые сами намеренно выходят на улицу из мэрии и начинают ебашить всех, кто проходит мимо них. Ну типа, ты вот увидел меня, а я, оказывается, мэрию рейдил. Че ты мне сделаешь? И по факту рейды на Happy RP, конкретно рейды мэрии, начинают чисто для того, чтобы ебашить пол сервера легально и не отлететь за это в бан. Если вы найдете чела на профессии картеля, который вам реально заявляет, что он делает рейды только для того, чтобы поднять деньги и отыграть РП рейдера, то он пиздобол. Блять, ну что это за нахуй? Зачем он, блять, кого-то расстреливает? За что? Что я сделал, сука? А, у нас был рейд, смотри, у нас мы начали рейд, в элитном районе. Ну, у людей рейд. Ну, там мафию и кто, и там Гровер был. Мам, мы видели, что ты там стоишь. Прикил. Хорошо, ладно. Давай за Джель. Я признал то, что ты прав, хорошо. Адекватный достаточно, вроде бы, молодой человек. Джайл. Нарейдился, пацан. Все. Что за блять? Пиздец. Не мешаю. Че, эти долбоебы до сих пор рейдят? Убери. А? Убери, хуже будет. Ну ладно. Все отлично. Вон, ребятки, радиовещание отыгрывают. Где оплатить этот лицензию? Лицензию где оплатить? Оплачивай, забираем. Заебись. Все, можно, пожалуйста, можете? Постряв. Так, быстренько закупил лицензию, благо она вообще тут недорогая, тут на нее пофигу всем, в принципе. Но я так галочку просто поставлю, что она у меня есть, чтобы мне никто не делал мозги. Проверка на нелегал, с какого хуя? Стеночки, пожалуйста, молодой человек. Окей. Вы вот мне не подсказали, какая погода, и вот до глобли. А, так вы у нас нищий, что ли? А ты, видимо, тупой, раз на нищего лезешь с оружием. Один. Все? Я же не знал, что... Ничего не можешь найти, иди. Ну нет, я еще, конечно, поищу. Ищи. Как так, ничего нету, что ли? Ну вот так вот, да, ничего нет. Иди давай. Ладно, тогда я вам окна сломаю и пойду. Удачного дня. Давай, давай. Иди, иди, я ж дверь закрыть хочу. Я думаю, мы с вами еще увидимся. Да, иди, давай. Увидимся, да, с вами. Увидимся. Ты идешь, не? Ты ж не грабишь. Все, да, до свидания. Давай, топай. Скажи мне, пожалуйста, что я сделал? Просто вы начали. Что я сделал? Я жду, я скину за человек, там просто смотрю. Вы говорите то, что... Это ложь, это ложь, 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 ложь. Поясняю для тех, кто не понимает, что тут за ругань и что ребята пытаются выяснить. Полицейский ставит лицом к стене гражданского, заподозрив его в краже. Гражданский же, видимо, пересмотрел моих роликов, где я на такую же ситуацию постоянно у человека пытаюсь спросить, в чем причина, что случилось. Но я это делаю достаточно деликатно. Ну, не всегда, конечно, но зачастую я стараюсь быть корректным. Так вот, есть один нюанс. На Happy RP запрещено
вот так вот спрашивать, а в чем причина, а почему, это будет приравниваться к нарушению правила ФРРП, потому что ты по этим правилам обязан по первому же требованию полицейского, точнее по приказу, переместиться к стене и дальше уже там с ним продолжать диалог. Поэтому у гражданского уже будет ФРРП, вне зависимости от того, станет ли он через 5 секунд лицом к стене по требованию или же нет, он уже с самого начала начал руинить этот диалог. А у полицейского будет все несколько проще, но НРП, потому что он немного не сдержался и начал помимо вот этих словесных просьб, он начал стрелять. Причем когда вокруг находятся люди. Это неправильно. Зачем стреляете? У вас все хорошо? Вы адекватны? Нет? Может, вот тут не надо? Ну, встал. Что я сделаю? Я спрашиваю, просто переставать. Вы так, ты меня за что хочешь арестовать? Из-за неадекватного подъезда. А, докажи мне, пожалуйста, что это за грабитель. Ты говоришь, спираю грабитель. Блядь, как он заебал. В правилах написано, что если ты начинаешь кучу вопросов менту задавать, это тоже ФРРП. Стреляешь без причин, ты должен оружие быть на предохранителе. Да это не смущает вообще, что ты делаешь? А ты следующий, ты следующий. У кого есть еда, хочу кушать. Хочу есть. Есть у кого еда? Еду хочу! Нахер ты это сделал, ебанутый? Никогда не встаньте лицом к стене. То есть окна бьешь ты, а лицом к стене должен я вставать? Серьезно? Еще и моя витрина. Оскорбление сотрудников при исполнении. Ты хуйней сейчас страдаешь, ты в курсе? Нет? Окей, хорошо. Еще один чудик изменяющим. Чё? Чё делать нехуй совсем? Да. Сними наручники с меня. Так. Наручники снимите с меня. А, ну тогда. Чё? Знаю, что делать. Стой, Финрати. Сейчас, да? Стой. Прямо сейчас. Стой. Что стой. А, стой. Ну давай, я подожду. Наручники с меня снимите. Челик, как бы, видишь, да, что делать? Телепортироваться, телепортироваться. О, вот он наконец. Наручники с меня сними сейчас, слышишь? Ну подожди, у меня на тебя теперь жалоба. Наручники с меня сними, я не могу взять физган, ты что, не слышишь? Почему голос изменен программ? А ты не думай ничего, сенпай, это наш любимый ютубер-скрипач, который снимает какую-то парашу, сейчас он снимает. Ебальник, закрой свой, ты свинота, тебя попустили или тебе мало было? Или ты без пиздюлей словесный, как без пряников, уёбище? Да, да, закройся, дебил ёбаный. Здорово, Илюш, здорово. Ебальник, закрой свой, свинья опущенная. Или тебе рассказать, кто ты и что ты за 2 секунды. Альтернативно одаренная хуета. Пошел вон отсюда нахуй, давай, сито. Расскажи, вышел с сито, это? Свинья, блядь. Расскажи. Вышел с сито, я тебе говорю, попуск. Расскажи, кто это. Да, да, блядь, ты ходячая диарея, иди я нахуй расскажи. Отсюда, обморок. Расскажи, кто это, я хочу услышать. Ты долбоеб, вот кто такой ты. На белом свете, расскажи. Да. Слушай, Илюш, как мне снять наручники? Я сейчас да. Просто хочу с челом поговорить чел. Насчет того, что он нарушил НРП. А где Илюша, куда он тэпнулся? Блин, он отключился, серьезно. Во-первых, где я нарушил НРП? Ну сними наручники, господи, с меня. Я задолбался уже вот так вот ходить, ползать. Нет, ну ты мне так говори. Если хочешь, ты не сказать, говори. Окей, так. Хорошо. Но НРП, ты давай, бегаешь за мента пустишь. Без особой причины, бьешь стекла. Я думаю, этого достаточно. Ну, во-первых, это был мисклик. Если что, я не начал по нему стрелять. Ты стрельнул и начал перезаряжаться. Потому что это мисклик. Если ты не знаешь, что это мисклик, то посмотри. Конечно, конечно, мисклик. Ты к стеклу подбежал и мискликнул, да? Конкретно стекло. А до этого все было в порядке. А, ты дурачок? Нет. Я вопрос, смотри к тебе. Если бы я хотел расстрелять окно, я бы просто начал его расстреливать. А так я случайно даже не расстрелил. Ну, когда тебе сказали, прямо на это указали, ты особо ничего не сделал такого. Не объяснил даже то, что это вот, ну, нечаянно там. Что? Я это не заботила. Да, я буду в РП-процессе объяснить то, что это мисклик, хотя немножко... Обыграй в РП-диалоге, скажи то, что вот, ребят, палец, извините, соскочил, больше такого не повторится, держите компенсацию хозяину. Не,
оно тебе нахуй не нужно было. Ты просто доебался до чела, который тебя носом ткнул в то, что ты сделал. На это можно просто спокойно закрыть глаза, потому что как-то... Действительно, блядь, тебя часто окна разбивают, полиция. Жиза, кстати. Пиздец. А потом говорит, закройте на это глаза, ПЖ. Ты понимаешь, что в реальной жизни не может быть такого, то что один ФБР просто случайно упавится, пустился на порог, он случайно стрельнул. Ну, если ты разбил окно, я тебе говорю. А ты должен, быть арестован. Снимите наручники с меня, я в кандалах этих заебался уже. Ты ничего страшного, посидишь. Это не ЖБ, я челу пытаюсь объяснить то, что он взял, ёбнул стекло, а когда я ему сказал, что он долбоёб, он стекло разбил, он до меня доебался и даже ПРП не обыграл то, что он якобы мискликнул. Он просто забил хуй на это. Блять, я команду не помню. Что наручники снял? Ну я ему говорю, сними, он не хочет. Чипа, ты меня слышишь? Нет, ты можешь с меня наручники снять просто и все. Нормально, попроси. Ну, я тебе уже нормально несколько раз сказал, сними с меня наручники. Мы сейчас не находимся в РП-зоне, чтобы я стоял в наручниках. Наконец-таки, спасибо. Так вот, я говорю о том, то, что ты даже не обыграл то, что ты мискликнул, там, не сказал то, что там палец соскочил, все такое. Ты агент ФБИ, ты ходишь с оружием в открытую просто по городу. Ты агент ФБР. Вот я себе как-то представляю. То, что агент ФБР ходит по городу, не тыкает оружием в окна, а потом говорит, то, что это мисклик, когда случайно он взял ёбнул по стеклу. Или если даже такое случилось, то как бы можно хотя бы обратиться к владельцу. Ну, во-первых, я это собирался. Нет, ты этого не собирался сделать. Ты вообще, ну, как бы забыл про это, пока я тебе прямо на это не указал. После этого ты просто переключился на меня и начал обузить своей профой. То, что, мол, ты можешь так делать, что уже нет. Мы с тобой не закончили разговаривать. Если ты отказываешься дальше говорить, я тебе выдаю уже номер РП. Хорошо, закончил, окей. Приятной игры на сервере ХПРП. Ты получаешь джайл. С тобой я закончил, с администратором я разговариваю. Ну, значит, мы выяснили, что у тебя нон-РП. Попробую, сейчас, подожди. Подожди, сейчас меню только открою. Администратор, ты если что, все фиксируй. А что фиксировать? Что происходит, я не понимаю. Фиксировать что? То, что ты со мной отказываешься говорить больше? Его не трогать вообще. В админпрофу. Ты должен зайти как минимум в админпрофу, ты не имеешь права меня джалить в РП-профе. Он навмер. Да мне все равно, кто он. Имеет право. Ну да, давай, это 1.15, имеет право, в принципе. Побудьте со мной, не страшно. Так, Чипа, приятной игры, последние слова твои, пожалуйста. Мои? Ну, удачи там, кто-то живет. Вообще нихуя не жалею, то что я этому обмутку выдал в итоге Джайл. Типа, ты с ним достаточно адекватно ведешь беседу, пытаешься ему объяснить, в чем он не прав, он тебе в конце говорит, ну удачи там, кто у тебя еще живет. Вот из-за этой ебаной прослойки комьюнити DarkRP, DarkRP считают конченным режимом. Они играют на режиме, на правила которого они хуй клали. А потом удивляются, то что их берет администратор и начинает им пояснять за их нарушение. Что он сделал неправильно, когда... То есть, когда их администратор берет и поминутно расписывает, кто где хуйца соснул, им это не нравится. Зато им нравится страдать хуйней. За бандитов легально рдмить во время якобы рейда, который продолжается минут 10-15, хотя это уже не рейд, это, блять, война какая-то натуральная. За полицию страдать хуйней, стреляя по окнам, ставя лицом к стене всех и каждого по причине и без. Проблема режима заключается не в режиме, а в игроках. Я, наверное, открыл Америку, но все же. И не совсем далеко ушедшие от таких вот игроков люди, без обид, ребят, серьезно, пишут в комментах постоянно, даже с негативным подтекстом, то, что я якобы доебываюсь до игроков и не даю им нормально поиграть. Сука, нормально играйте по правилам и соблюдайте их. В чем проблема? Я-то до вас вообще не трону. У меня рубрика на этом построена, то что я доебываюсь до каждого нарушения, пытаясь сделать игру более-менее адекватной и нормальной. Что еще раз? Ну, уши почисть, а потом заходи играть. Хуй из глотки вынь, тебя плохо слышно. Удачи. Бан, дебил, блядь, с ним адекватно начинаешь разговаривать, что ты пытаешься донести, он сидит, хуйню несет. Поднялся выше. Потом я позвал администратора, мы разобрались и поняли то, что у него не было нарушения правила ФРРП. Он играл за спецназ, но надел маскировку. На этом серваке ФРРП имеет исключение для трех профессий – ФБИ, маньяк и спецназ. И если на одной из этих профессий наставляет один человек оружие и не более, то они вправе достать оружие в ответ и защищаться. Привет. Еще одна разборка на час. Здорово. ФРРП у тебя. Кого?
ФРРП у тебя. Ты не послушался приказа человека, который на тебя наставил оружие. Нет. Если спецназу. Гражданин, как бы у тебя написано. Маскировка. Что спецназу? Разве ты хочешь сказать, разве, подожди, разве спецназу... У спецназ есть ФРРП, у него нет ФРРП. Арт-2 по правилам написано. Ну так а у него какая профа? У него гражданский. У него нету просто маскировки в C-меню. 6.24. Ну сейчас я посмотрю, если не прав, то себя посажу. Давно что-то я так не делал. Если один угрожает, можно дать... Так, а у тебя какая профа? У тебя гражданский или что? Я в маскировке, нет. Друг. Смотри. Я в маскировке гражданина. А как я сейчас пойму в админ-зоне? Включит админ мод. Ага, сейчас. Ну, это твои проблемы, то, что ты не можешь понять. Ага. Включи админ мод и посмотри. У меня сверху над ником будет написано маскировка. Спецназ, поддержка. Вот и все. Я специально это сделал, зная то, что ты подождал, чтобы просто поиграть. Да, я просто не знал, как там маскировку посмотреть. Приятные игры на серверах Fun Project. Ты только это видос вставь, а то получается ютубер неправдоподобный. Что, я подставной какой-то или что ты за хуйню пишешь?